А что ты пишешь? Никогда больше не. Что не? Ну, я бы предложила игру. Ну, чтобы в нашей компании улучшились отношения. У нас плохие отношения? А будут еще лучше. Ты ключи-то не забыл? Че забыл? Ничего не забыл. Забыл. Чуть не обосрался. Это будет наш лучший Новый год. Ну вот что ты мной все время дирижируешь? Я сама справлюсь как-то. Девочка, просто есть два психотипа. Экстраверт и интроверт. Так вот, Лёва у нас третий. Шуруповерт. Я уже с этим психотипом 20 лет живу. 21. Вот. Я же вообще не понимала, в какую сторону жить. Я бы, наверное, спился, а я съелся. Тебе нужно как-то перенаправить энергию. Можно даже нидра-йогу попробовать. Угу. Обязательно. А у нас в сборе был секс втроем. Ты что, серьезно, что ли? Ой, какие молодцы. Поздно мы с тобой поняли, что втроем вдвойне веселее. Да затолпа уже! Ходит с куском говна под носом Новый год. Вадик! Газета «Алкаш» Подмосковье. Ваши ощущения? Товарищ журналист, идите в жопу.